Желтый с бирюзой. А что, красный? Давай. Да? Давай. Этот же подойдет. Так, это мне не надо. Обводить бортик. Обводить бортик, да, надо. Всем привет, девчонки, всем привет. Приветик, приветик, Кирюшка, привет. Любочка, привет. Добрый, добрый. Так, ну что, подготовили все. У нас камуфляж сегодня 112-й. Служба 112. Здравствуйте. Витражики у нас сегодня в работе 14-й и второй, это желтенький у нас, кисточками, которыми привет, работаем. Привет, привет. Девочки, поздравствуйте. Я в трансляции, тихо. Поздравствуйте. Ну с чем? Я закрыла кредит за машину. Ура, наконец-то. Поздравляю. Форма, естественно, Александра Жукова. Естественно, наконец-то. Да, все можно будет заказать у нас. Моя помощница Светлана всегда на связи. Вот, ну что, начинаем. Ногти, ногти у нас тоже красивые. Ногти это модерн у нас. Да. Форму мы уже поставили, постановку форм, девочки, уж извините. Не покажу. Что, давай на указательную. Доброе утро, Татьяночка. Уже налито? А как же ж? Мы же знаем, что с утра. Я ж с утра не могу, да, если ж не налить мне, то ж я ж не могу. Утро не задалось. Начинаю не додавать. Каждый раз. Это 112, это 112, да? У нас камуфляж. Он у нас получается очень более мягкий. Розовенький, да? Если помните, да, раньше была проблема, то, что он полимеризовался. Сейчас можно даже не вымешивать его перед работой, он уже готов. Даже вот, смотрите, со стенок могу собрать. И прям работать этим материалом, который прям на стеночках. То есть он не твердый, он больше не у нас не черствеет, скажем так. То есть я прям могу, вот собрала и сразу на ноготок его кинуть. Так, кидайся. Вот, ну добавить надо еще, конечно, потому что мне мало. Но на стеночках больше не остается заполимеризованного материала. Что еще? Потом резать. Добрый день из Италии. Италия, привет. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Вы бы посоветовали вытяжку с гофрой? Ну, я работала ногтей. Много лет с такой вытяжкой. Ну, неплохая вытяжка, конечно. Я сейчас работаю портативными вытяжками Макс. Макс Ультимат. Мне очень нравится. Вот очень удобен в работе камуфляж, потому что он совершенно не растекается. Мы делали уже всякие креативные формы. И ногтевые ложи выкладывали и острые, и очень узкие на стилеты. Он держит бортик в один этап. То есть я работаю всегда в один этап. Что-что-что показать? Покажите пальчик сбоку модели вместе. Здравствуйте. И начинаем. Начинаем работать. Повторюсь еще раз, я никогда не работаю этим материалом в два этапа. Сразу все, высота от кутикулы, сразу высота бортика. Это огромная колоссальная скорость работы. То есть, когда мастер поймет и прочувствует материал, он перестанет работать на классике, потому что арочные ногти – это дорого, это носибельно, это качественно. Прям палочкой вытягиваю, сдаю намек уже своему ногтевому ложу. Кисть, которую я безумно люблю, это кисть Лены Лакутиной. Тоже у нас можно заказать. Можно у нас заказать, да, мы сотрудничаем. Трансляция останется, конечно же. Все оставим, конечно же. Алматы, привет. Посмотреть. Всем привет, девчонки, кто сегодня с нами, в субботний день. Кто-то работает, кто-то отдыхает с семьей на морях, наверное. Этот материал подойдет даже новичку, потому что он совершенно не растекается. То есть вы можете здесь покопаться немножечко, пока вы поймете эту консистенцию. Но плюс огромный в том, что вы экономите время, и материал очень экономичный.
Море нам только снится. Да? Никто тоже не отдыхает, по всей видимости. Мне тоже, только снится. Можно настолько четко выложить ногтевое ложе, что его буквально не надо будет пилить. Но я все равно шкатулкой прохожусь, чтобы была идеальность. Я люблю, чтобы было четкенько. Все. В Комсомольске-на-Амуре сейчас 19:20. У вас уже прям вечер. О, ничего себе. А у нас еще день-деньской. А у нас день-деньской. Жара такая, что не передать словами. Угу. На 2,5 будем вытягивать. Сама то. Как раз вот у нас френчик. Нормально. Вот он вытягивается послушненько, припослушненько. Так, как нужно нам. На верхней полке, вот где формы, там есть и новые пилочки. Вот, да, прям в углу. Выложили ногтевое ложе. Четко. Ногти у тебя богемские. Какие? Богемские у тебя ногти. Богемские? Богемия. Все, высота сразу. Высота от кутикулы. Сразу четкость бортика. Он стоит и никуда не шевелится. Цвет потрясающий. Плотность колоссальная. Вот все, что я хотела получить когда-то от материала, я это получила. И поэтому делюсь с вами. Мои ногти тоже сделаны камуфляжем Fast Gel. Все, мы готовы положить его в лампу. Тут задают вопрос, какую больше бы вы посоветовали вытяжку? Настольную или с гофрой? Ну, если, ну, поскольку я уже мастер не практикующий, да, когда я работала с клиентами, я работала... чем я работала? С гофрой. Ну, с гофрой, как она называется? Жужа. Ну, жужа, ну как у нее настоящая? Делюкс, да, у Юли любимой я заказывала. Вот, а сейчас, когда идут курсы, конечно, мне с гофрой очень удобно. То есть у меня стоят портативные вытяжки, слава богу, это сейчас уже не проблема. Для своего компактного такого вида она очень мощная. Вот. Поэтому... Ну, конечно же, это... Все равно гофра. Ну, с гофрой, конечно, она мощнее. Но опять же говорю, это когда мастер работает с клиентами. Формы какие классные. Формы, да, да, девочки. Если вы про эти, где рулончик мой? Да, пускай, где рулончик с формой? А где рулон с формами? Откуда ты взяла эти формы? Мы уже съели пол рулона. Да, мы их едим за буквально. За несколько дней. Вот. Уже идут отзывы, девчонки кайфуют. Этими формами можно работать. Ну, во-первых, я создавала их для техники своей без подрезания, но уникальность в этой выкройке в том, что вы можете ставить эту форму без железок. Без железок, допустим, на короткую длину, там двойка-тройка, тоже без подрезания и без железок работать. То есть она держит форму идеально. Вот, так что, если что, у нас всегда есть наличие. Александра. Мы сегодня опять к зеленому, мы сегодня опять к деньгам. К деньгам, как да. Всегда. Как все, к деньгам. А новенькая, да? Угу. Еще не это? Нет. Нет? Нет. Она еще не это. Сегодня связываюсь с Любовью Юнусовой. Что? Связываюсь сегодня с Любовью Юнусовой. Ты? Да. Да. Потому что формируем заказы. Да, формируем заказы. Поставил 2 минуты. Да. Сейчас немножечко лизнем на. Любовь, я храню для тебя пупу, как зеницу ока. А для меня так не хранить. Да. То есть мы искали, не могли найти камни мои. Пару твердосплавок нашла. Самоцветные. Опаловая крошка, прям такая крупненькая, натюрель. Классная. Да. Опаловая окрошка. Опаловая окрошка, да. Маргоша, приветик. Всем привет, девочки, всем привет. Путешественница наша. Почему мы так редко стали выходить? Я не знаю, почему так. Некогда. Вот даже при всем при том, что начала работать сейчас у меня мама-маркетолог, да. Вот, в Инстаграме ведет, и все равно некогда. Вот что мне, кого мне еще нанять? Кого? Кого нанять? Мужа. Мужа. Муж работает. Да.
отдельно. Муж отдельно, жена отдельно. В отдельном кабинете. Да. Привет из Испании. Немножечко филочкой лизнули. Прям вот чуть-чуть буквально. Тут нет никакого опила, потому что этим материалом можно выложить идеальное ногтевое ложе. И оно никуда не растечется, не поменяет формы. Просыхает при такой плотности и высоте идеально. Смотря по какому поводу лучше писать в WhatsApp. Что-что? Пишут, спрашивают, Сашуля, тебе можно тогда в WhatsApp писать? По поводу курса. По поводу курса вы можете писать как мне, так и Светлане. По поводу материала только к Светлане. Я могу вам подсказать какие-то технические моменты, да, что для чего, что подойдет. Вот. По заказу только к Светлане. И по поводу формы, кистей, пинцетов и ланцетов и чего там еще. Материалы это все к Светлане. Она моя правая рука, она полностью занимается продажами. Я ей не мешаю. Личные вопросы. Личные вопросы? Личные вопросы. А кто это? Есть расписание инструкторских курсов? Нет, у меня инструкторские курсы индивидуальные. Вот у нас сейчас инструктор Ольга Тавитова, город Владикавказ. Вот, по поводу курсов инструкторских, это ко мне. Мы подбираем даты, удобные для нас обоих, потому что концентрация внимания очень высокая. Мне нужно, чтобы инструктор получил, и чтобы ему додали. Додали. Вот, все, что надо, да, для ведения моего. Алма-Ата, Наталья, личные вопросы. А покажи аватар. Это моя Наташа, да? А, это моя Наташечка, да. Это, я очень надеюсь, мой будущий инструктор Наташа. Вот. Я, конечно, не Газпром, но мечты должны сбываться. Сколько дней? Сколько дней инструкторский курс длится? Инструкторский 6 курс дней. 6. Да, он длится 6 дней. Стоимость 120 тысяч рублей. Вы получаете право преподавать мой уже очень известный продвинутый курс повышения квалификации для действующих мастеров. Базовый курс и аппаратную коррекцию. Креативные формы отдельно. Креативные формы, да, это отдельно и только для владеющих арочным моделированием мастеров. Обвожу всю высоту торца любым материалом. Можно гель-краской, можно гель-лаком, можно витражом гель-лаковым. Но вся высота должна быть закрыта. Эти глаза просто дают такую силу, чтобы стремиться. Это кто? Наталья Кулеш. А. Да твои глаза такие же, Наташечка. Эти глаза на пруде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А кто там по личному вопросу хотел? Тоже Наталья Кулеш. А, Наташа, ну хорошо. Свяжемся. Все, обвели всю высоту. Очень тонко, не надо ничего заливать. Нам нужна просто четкость, потому что при опиле вы увидите, как, насколько будет все идеально. Сушим. Это у нас желтый витраж номер 2. Такой прям янтарный, медовый, я бы сказала, медовый. А это у нас бирюза. Не видно оттуда. Что, вообще ничего не видно? Ну, бирюза, изумрудная бирюза. Мы сейчас все увидим на ногтях, конечно же. Да. Вот там вот шпателечек же. Шпателечек. Ногти прикольнее. Я же нашла же. Нашла. Вы в Ростове-на-Дону? Да, 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 мы в Ростове. Ростове-на-Дону. На Дону, Дону, Дону. Ну, такой гнущийся. Загнулся. Загнулся. Так, ну, использовать можно любую фурнитуру, которую я не могу открыть. Вот, будем брать ракушку. Ракушку лучше брать какого-то другого цвета, чтобы она отличалась прям кардинально. Тогда это будет очень красиво. Допустим, либо... Витражи можно во всю высоту выкладывать, они являются моделирующими. Они моделирующие. Но я не буду этого делать во всю высоту по одной простой причине. Они настолько плотные, настолько концентрация у них большая, поэтому не надо. Так.
ракухи немножечко. Тут сейчас наломаем. Очень красивая ракушка. На Алиэкспрессе куплена. Мне подарена. Супер. Да, очень красивая ракушка. Такая прям фактурная. Прям вот на кусочки тынь-дынь. И поломали. Что-то есть чуть-чуть такое прям из яркого. Вот они. Зачем пинцеты нужны? Ногти. Ой, какой красивый кусочек. А мелкое сейчас покажем, что насыпали. Мелкое — это такие пайетки голографические. Очень недорогие. Вот в Эклипсе я покупаю тоже всякую фурнитуру. Там море просто выбора. Меня они прям переливаются. Меня прям привезли на склад, и царевна умерла. Так, будем еще использовать такую радужную фольгу. Кусочек какой-нибудь отпечатаем. Вот, чуть-чуть совсем. Здравствуйте. Опала. Опаловая крошка. Видно ее? Опаловая крошка. Она, конечно, сейчас будет не такая тусклая, не видно, но в геле она будет очень яркая. Переливаться. Переливаться. Ну что, начинаем работать заподвижненько. Кисточка где заподвижненько? Вот она, я как раз ее от своего локтя сейчас отклеила. Отодрала? Да. Может, вот эту взять? Возьми, какая тебе удобная. Нет, не вот эту. Вот эта, наверное, она. Или вот эта. Вот эта. Нет, не она. Вот эта. Да. Так, ну что, начну с бирюзы. Прям начну прям стыковать ее. Видно цвет? Очень красивый цвет. А на камеру он синий, девчонки. На самом деле камера обманывает. Он прям бирюзовый. Бирюза. Прям стык в стык ногтевому ложе. Закладываю его в обросты. Очень плотный. Настолько плотный, что прям аж иногда страшно становится. Думаешь, ну он же не просохнет. Есть подложка, есть, конечно же. Да, подложка есть. Она на базе. И сразу же база, она же подложка. Наташа Кулеш пишет: Сашуля, я тренируюсь, тренирую арочный квадрат, глазище себе открываю. Открывайте глазище срочно. Так, вот это не навешивать. Сейчас начну навешивать. Плотность вы можете корректировать сами, то есть какая вам нужна. Бирюза такая морская. Морская бирюза, да. На нет вот так вот сейчас сведу, чтобы у меня желтенький лег вообще практически не видно. Но вот этот нахлёст будет очень красивый, желтый с бирюзой, вообще будет бомба. Он вообще смешается, будет третьим цветом. Да, там будет третий цвет, получится очень красивый. Какой-то. Так, слюнявим обязательно палочку. Вот так. Что-то мне как-то сухо. Лижем. Блин, торчит, да? Что, пропилится? А если вот так вот? По диагонали как-нибудь. Покладу. Вот сюда. Такой пазл получился. Можно пару пайеточек каких-нибудь вот так тюк сюда. Старайтесь не разбрасывать украшения, чтобы они как-то были более кучнее. В перископе, кстати, лучше качество трансляции. Слава богу, мы же будем выходить в перископ. А в инстаграме так будем, так чисто заманушечку сделаем. И то, что сохраняется, это вообще здорово, потому что, ну, иногда хочется поделиться, да, чем-то, и ты понимаешь, что это только на сутки. Сутки только. Сутки. Только сутки. Так, ну, опало, да? С указательного пальца. С указательного начинаем. Там прям это камень, я прям вот. Ой, а пальчик упал. Все на вес золота. Украшения крупные, вот такие, старайтесь класть поближе к ногтевому ложе. Если разбросаете по всему ногтю, я вас уверяю, это все у вас спилится. Тут все будет блестеть под гелем, конечно, нереально, нереально будет блестеть. Как под линзой. Фокус. Фокус. О, фокус. Так, есть. Сушим. Сейчас, подождите. Куда поехала? Вернись взад. Угу, сушим. Вот желтеньким я могу захлестнуть уже прям вот на украшение. Будет очень красиво. Так, а куда я хотела? А я кончик, вот так, кончик печатаю. Как вы знаете, это будет радужный кончик. Радужный конец будет.
Опалы капец какие дорогие стали на Алиэкспресс, около 10-12 тысяч да, рублей. Я успела, купила за 6 чем-то, но это было года 3 назад, если не больше. Вот, я полный пакет взяла, мне думаю, что все равно помоет. Здравствуйте, ну стразы красивые. Да, у меня такие, такие вот украшения. А тут же еще и розы. Черепухи, розы, под цвет как-то надо да, подставить. О. Ногти были сделаны для баннера, я постараюсь выложить вам, показать. Да, я в трансляции сейчас. Ага. Вот, ну короче, мастер должен уметь красивые ногти делать и носить, и делать себе сам. Обязательно, срочно. Такая роза супер. Да, тут еще черная роза, не знаю, наверное, не видно. Угу. Черная роза и такая темно-серая роза. Розочку делала моя девочка, которая у меня работает, Ксения Ушакова. Она проходила курс Ирины Враденко. Я тоже проходила. Приветик, Леночка, Сите. Леночка, привет. Так, давай, там уже все уже засохло. Уже. Там все быстро сохло. И теперь ярко-желтым таким прям медовым цветом начинаю работать от торца. Посмотрите, как сливается красиво. Бирюза. Ксюша, привет. С желтым. Он получается такой еще более яркий, такой прям изумрудный. Мы можем все украшения сейчас такой промазать. Роза гель пластилин от компании Original. Да, это наши пластилинчики. Витражи, на удивление, не текут. То есть при всем при том, что это средняя консистенция, средняя степень вязкости, но они не растекаются. Фокус ловлю. Он все начинает это. Сейчас еще продублирую немножечко, чтобы поярче было. А я могу глазой могу. А где у нас это вот которая тоже оригинал? Прозрачка? Да. Сейчас достану тебе. Достанешь? Угу. Витражи-то и наша тоже любовь, потому что в них можно просто все напихать. А из-за того, что мы не режем формы, мы делаем ногтевое ложе сразу в один этап. Это очень быстро. Достала? Это какая? 1, 2, 2. Ага. Сейчас немножко продублирую еще. Давай. Прям по кругу прям немножечко еще хочется мне. Чтобы посочнее было. Ракушку уже закрывать не буду, потому что иначе ее видно не будет. По бокам, чтобы прям насыщенный был цвет. Цвета, конечно, бомба. Очень. Во-первых, они будут очень экономичны из-за того, что они очень плотные. Угу, сушим. Фактически промаз. И вот такая плотность. У нас новая коллекция витражей. Да, у нас теперь новая коллекция 16 цветов. 16 цветов. Да. Это еще не все, девочки. Будут еще. Будут цвета. Еще. Новая коллекция фастов цветных с опаловой крошкой. У нас есть онлайн-шоп Жукова. Прям в видюшке. В Инстаграме. Абсолютно нового поколения, новые камуфлирующие. И желтеньким фасты. Тоже продублирую, чтобы прям был насыщенный. Желтый, лимонный такой. Лимонный, да? Нет, медовый. Медовый все тут. Медовый. Чтобы насыщенный. Как хранить витражи? Они очень сильно вытекают. Ничего не вытекает абсолютно. Все чисто. Раньше я, ну. Да, была такая проблема, но это не с фастами. Вот, я просто все выбросила. Все, что текло, все выбросила. А что не течет вот это? Вот эта вот подложечка, ее не выкидывать просто надо. Да, она уплотняет. И еще под этой заглушкой, сейчас просто одной рукой не вытащу, еще беленькая такая еще вот изопролоновая подушечка, которая полностью блокирует все вытекания. Ничего не вытекает.
Так, берем прозрачку. Они сейчас вас просушим хорошо, хочу отпечатать. Да, мы в кончик сейчас еще прозрачную бензиновую отожмем, ну, в смысле отпечатаем. Бензинку. Шерсть оливка. Потому что да. Потому что да? Потому что да. Хороший. Потому, ну, потому что да. Хороший сюрприз, не надо. Это попробуем отпечатать тоже. Жирненький. Отпечатаем. Бензина. Налили бензина. Не, прикольно будет, да, такие прям? Пятнышками, да? Ну, еще сюда тоже можно бензина налить. О, да, прикольно будет. Подсушим. На бескислотный праймер, говорят, бензинка хорошо отпечатывается. Ну, мы же как бы в промежуточном варианте работаем, поэтому уже не будем. Он и так отпечатался хорошо. Таня Миллер спрашивает, железки на длинную длину по-любому нужно? На длинную, да. На длинную это раз. Во-вторых, если мы работаем со сложными руками, у нас вчера, допустим, были там, ну просто вчера вот все, что могло в одном человеке прийти, все пришло. Трапеции. Валики передние и боковые, верхрастущие ногти, гипергидроз, все в одном человеке. Там без железок никак. Нам надо было как в тисках держать металлическую основу и держать эти валики. И вы просто, вот, ну, вы не представляете, какой результат был. И девочка сказала, что она первый раз получает с ее руками вот такой результат. Она говорит, я везде уже была, везде ходила. Говорит, ну классика, это вообще не мое. Ну, естественно, если они лопаты, так они лопатами и будут. Но в ее случае без железок никак, потому что мокрые настолько руки, что мы... Я даже, пока я мну, капли выделяются на подушках, просто течет. Но формы, кстати, выстояли, не расквасились, не разъехались, не растянулись. Все супер. Так. Мы можем сейчас уже, в принципе, снять... Какая у вас лампа? Вы имеете в виду какую лампу? Вот эту, что ли? Мы можем уже снять форму на этом этапе, потому что у меня все хорошо, подложка у меня стоит, витражи у меня конструирующие. Сейчас я вам покажу, что форма действительно стояла без подрезания, абсолютно целая. Это возможно, девочки, на любые ногти это возможно. Все целые, ничего не подрезано. Так, что у нас тут? Абсолютная чистота в арке, никаких нет затеков. Да что ж это за фокус-то это? Фокус. Не фокусняется. Что за формы? Формы наши. Форма Александра Жукова, так и называется. Александра Жукова. О, какой фокус сразу же, да? Сразу же, да. Да, со ссылкой на мой инстаграм. Вы можете зайти, кто не знает меня, не знает продукцию, которую я представляю, торговую марку, вы можете сделать скрин и зайти по этой ссылке в Инстаграм и посмотреть уже непосредственно на работу учеников, на материал. Ну, то есть все можете узнать в Инстаграме. Так вот, говорю, затека нет. Нет затека. Нет затека, все чисто. Ну вообще, что ж такое-то? Он от витража теряется, он сходит с ума. Ну, давай так попробуем. О, есть. Есть? Нет затеков. Нет затеков. Все чисто. О. Чисто, абсолютно чисто. И во вростах. Везде. Везде, да. Хотя у нас тут гипонихи как бы вообще на ноготочках. Вот модель кивает, да. Вот, так что стереотипы вот эти все. Гляньте, как блестит сейчас бензинка. Видно бензин, да? Видно? Mm-hmm. Ракушку видно. Тоже бензинчик пошел. Здесь у нас опал начал блестеть. Фокус. Камера с ума сошла, с ума, потому что блеск невероятный. Здрасте. Оля, я не поняла, такая смотрю Тавитова, думаю, что происходит. Ой, я форму помяла. Мою форму помяла. Тавитова. А кто это? Света, кто это спросил? Это кто?
И теперь начинаем перетягивать прозрачкой. Ободи, лампа для полимеризации. Да, моя любимая ободичка. Ссылку можем кинуть. Гляньте, какая красота происходит сейчас под прозрачкой. Видите? Прям вай-вай-вай. Видно? Модель стала интересоваться, что же там происходит. Модель моя ученица, ей можно все. Не навешивайте толщин никаких. Материал, кстати, вот эта прозрачка, на основе которой сделаны эти витражи, она тоже не течет. Хорошо держит арку, поджимается великолепно. Дорого-богато. Очень дорого. Прозрачку нет, не в несколько этапов. Нет, в один этап. Зачем? Мы просто перекрыли витражи сейчас. Бензин, кстати, сейчас, да, заиграл. Бензин прям заиграл, бензин. Ссылку скинуть я смогу, только если вы мне напишите в WhatsApp. Ссылку на что? И скажете на лампу ободи. А, да. И скажете, что вы хотите ссылку на лампу ободи, я вам скину. Счастливая ученица. Конечно. Конечно, у меня все ученики счастливые, потому что ко мне они могут ходить бесплатно, пожизненно. Моделями вообще. Мы прищепками вообще не пользуемся. Мы не пользуемся прищепочками, мы пользуемся только пинцетом, который делают мне на заказ. В конфузе. Круть. Все в один этап. Ничего никуда не убежало, никуда ничего не подтекло. Выкладка четкая, даже при всем при том, что длина у нас, ну скажем так, да, уже приравнена к экстремальной. Татьяна, по консистенции прозрачка. Какая она? Средней вязкости? Средней степени вязкости выравнивается, то есть, значит, работать ею очень быстро. Но она стоячая. Она, не сказать, что она прям течет и растекается. Нет, она не течет. Если мастер с опытом, то для него эта консистенция будет вот прям вот идеальная. Ногти. Ногти. Жуковской. Что это? Жуковян. Жуковян? Нет, кое-кто Жуковской называл. Начинаем поджимать. По сравнению со стронгом от Nail Club. Ну, девочки, стронг почти стоячий. Скользкая такая, липкая у него. В Украине есть представитель. Да. Печура Светлана, город Донецк. Донецк, но у нее есть выходы на Украину, поэтому можно без проблем абсолютно заказать в Украину. Вот, все доставится, все будет отлично. А в Москве? А в Москве у Ирины Враденко можно заказать материал. Ай, тихо. Скользкий она. Все, поджали. Поджали, нажали. И идем в лампу. Идем в лампу. Слышь, чтобы не перекатился. Ты глянь. Скользкий. А? Ногти шикарные. Нет, прям это такой, знаешь, жирноватый такой слой. Чуть-чуть прям вот так. На какой секунде поджатие? Я поджимала сейчас на 20 примерно секунде, но можно раньше. Это нереальная реальность One Love. Вай-вай-вай. Аккуратненько, чтобы он не прикрутился вот так вот. Ага. Прям, ага, все, прикрутился. Это надо придерживать. Снизу, да. Вот. И кладем в лампочку. Сейчас высохнет, начнем пилить. Увидите, какая красота. Что мне пока вот так надо сделать? Да вот так надо сделать, да? Как-то. Пила, вот давай пилкой. Да сейчас все к рукам прилипнет. Ничего. Я на себя нанесу. Потру в себя. Все в себя. Все в себя. Все в себя. Не рисуйте. Да. Так. Гляньте, какая клеевая основа, что прям все на железке остается. То есть расклеить потом эти формы уже невозможно. Просто надо брать новую. Настолько клейкие, что я бы сказала, очень клейкие. Все можно делать этими формами, и конкурсные ногти, и любую форму, и все это без подрезания. Мы вообще никогда не режем форму ни на стилет, ни на модерн, ни на эйдж. Все по вопросу, как ставится форма, девочки, только на курсе.
Так, все, вытираем липкий слой. Подожди. Очень крупно, не летучий материал, не летучая пыль, достаточно крупная. Она прям будет сама в вытяжку падать. Прям смотрите, какая, прям как резиночка такая на руках остается. Словила. Что-то я с фокусом не могу. Точнее, не с фокусом, а... Не, с зумом не могу сильно совладать что-то я. Как увеличила. Квадрат. Корону к этому платью срочно надо одеть. Думаете? Ничего, скоро буду на Золотой Королеве. Вот там прям дресс-код. С коронами. Так вот, на Золотой Королеве нахожусь. Угу. В короне. Спать даже будешь. Спать буду в короне. На минуточку с птичкой и журавель. Угу. В пилении жестко? Нет, я бы не сказала. При всем при том, что это гель, но стружка очень крупная. Мне все осталось в руках. То есть он не летучий. Пилочка 100 грит у нас всегда.
Да, это мои любимые пилки. Одна пилочка на одного клиента. Танюша, привет, вместе были в Ростове. Кому? Пилка? Какой фирмы пилка? Не поверите, она называется тоже Original. Ну, корейские пилки, но это не наша бренд, ну как бы не нашего бренда, но называются тоже так же. Как судьбой, видимо, предначертано. Включи кондера. Я прям чувствую, что я закипаю. Саш, срочно надо пилки создать. Я закину эту фишку. Потому что арочный квадрат считается одной из самых сложных форм ногтей. Песня классная. Если мастер умеет делать идеальный квадрат, он умеет делать все. Затаили дыхание и смотрим. Срочно. Вот травма. Несовместимая с жизнью. Роза забыли листы. Да. Ты как мастер ноготь оторвался. Это надо снимать. Надо вытащить. Снимать? Да. Скорая помощь сразу же. Все на месте. Вот поэтому Наташа Кулеш и мучает квадрат. Да. Потому что квадрат – это квадрат, основа. Квадрат – это основа. А есть бескислотный праймер? Да, есть. Где, тут? Да, я сейчас дам. Можно уже пошлифовать и тупом уже попрыгать. Не. Что ты сюда? Это не мне? Не. Сейчас все начинается волшебство. Вот сейчас топом покроем. А будет топ, будет вообще шикарно. Кстати, я пройдусь. Финиш. Это бескислотный, да? Правильно? Да, точно? Да. Ну, почему я не могу его открыть? Что? Какого тяга? Как его, Анзор? Анзор, ты жив еще? Да. А иди сюда.
Анзор, ты можешь открыть нам праймер? Не открывается. Тогда еще не открывался. Что, не открывается? Песок. Блин. Помочь? Дай свой да праймер, открывай. Пожалуйста. Бескислотный. Да моя ты девочка, сильная женщина, волевая. Независимая. Красивая, богатая. Скандальная. Скандальная. Пройдемся бескислотным праймером. Особенно в том случае, если вы знаете, что ручки мокренькие. Идеальный квадрат. Вот прям вот на. Люблю. Нет, я сейчас это покрою топом. Я не стала тебе дергать, потому что ты вся сама вообще зашел, ты не сказала, что я просто срезала ее. Она будет отрастать и болтаться. Ее нужно будет аккуратно... Вот теперь волшебство, да? Видно? Да. Среди знаний можно убраться. Тоненько покрываем топом. Да, я же говорила, будет третий цвет в центре стыка в витраже. Да, получается третий цвет, да. Сейчас высушим, протрем пыль с обратной стороны. У витражей чистота нереальная. Просто бомба. Шедеврально. Спасибо, девчонки. Торцы не запечатываем, иначе наш квадрат перестанет быть четким. Сушим. Они такие, блин, нежные, я не могу. Ну да что же ты, ну что ты хочешь? Лицо. Чуть бедный в обморок не упал. Ноготь сорвал, чуть в обморок не упал. Да? Очень красиво, бензинчик прям дал эффект. Он должен был нам дать. Нет, это было никак. Да. Никак мне не додать. Да. Все красиво. Все красиво, шикарно. Пока сейчас пробьемся. Руки, шуков натрем. Шуков натрем. Без дисперсии. Ольга такая серьезная сегодня. Я ученик. Я должна быть серьезная. Да. Саша, как всегда, самая моднячая. А мне сегодня новые туфли еще. Да. Тут вообще все моднячие. С градиентом все, с градиентом. Посветка вообще сегодня разврат полнейший. Ну ладно вам. Сексуальный день. Сексуальный день. Так, ну что? Сколько там? Потереть же хочется. Кому будет начистить? Леночка, мы тебя тоже очень любим. Ситер. Приезжай давай уже к нам. Уже, да. Пора. Света, покажешь разврат. Я стесняюсь. Она стесняется. Подожди. Не стесняйся. Я. Раздевайся. Мы что? Вчера были на конкурсе бикини. Да, мы вчера были на конкурсе бикини. И Александра выиграла все призы. Александра выиграла вот этот, как там? Поход к Хасану. Поход к Хасану. Мы не знаем еще, кто это такой. И что это такое? И что с ним делать, но я пойду. Мне интересно. И что это за поход? Прям вытираем. Все спасибо. Требуют разврата теперь. А ведь начинала так как личный помощник. Да. Как вы быстро поднимаетесь по карьерной лестнице, Светлана. Если пятницу на тому, вот она я сегодня какая. Вот такая. Нам
На мою зарядку Бестыжая ты, бестыжая. Посмотрите же сюда. Все чистенько. Без натеков, без на... Все без подрезания. Чистота полнейшая. Очень даже приличный разврат. Все без подрезания. Сейчас буду крутить вот так вот. Кручу. Усы все на месте. Форма. Квадрат. Усы. На месте. Красиво-красиво. Все на ваших глазах, как говорится, сделано. Арочка очень, глубокая получилась. В камеру цвета. Глянь, фокусоваться не хочет, ты понимаешь? Этот блеск не хочет передавать. Там настолько все блестит, девочки, на самом деле, вот камера не передает. Спасибо, девчата, спасибо большое. Вот он. Как может быть квадрат быть не модный? Даже. Ногти. Да, там пайетки, там опал, там ракушка. Но мы сделаем фотографию, да, и там все будет видно. Да. Пленка. Бензиновая пленка, да. Сашуля, богиня. Спасибо вам, девочки. Не знаю, там, конечно, на просвет, наверное, не получится, да, так показывать? Или получится? 112 номером. Бензинчик, не видно, бензинчик. А вот так. Не видно? Бензинчик нет. Бензинчик не видно, но ракушки видно все. Вот такой ногтюшка у нас получился. Все, девочки, будем работать дальше. День у нас насыщенный очень. Нам некогда. Всем спасибо. Спасибо вам за ваше внимание. Спать вагончика, расходите по домам. Завтра, не знаю, завтра будет коррекция. Ну, конечно, коррекцию не покажу. Но дизайн покажу. Море видно в ногтях. Море видно. Дошла, вышла. Все, спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч. Все. Всем пока-пока.